Здравствуйте, наши дорогие друзья и подписчики! Сегодня в уроке мы будем проходить решение нашего судоку, также 6 на 6, с 6 секциями разных цветов. И в отличие от предыдущего раза, тут у нас раскрыто намного меньше количество цифр. Поэтому здесь решение этой задачи намного усложнено. Так. Я буду немного помогать и направлять. Так, Аблэ, скажи, какой цифры самое много здесь на этом судоку? Подумай. Здесь. Не, вообще, вот один тут сколько что единиц? Один. Еще? Два. Где еще один? Так, однёрок сколько? Два. Так, двоек сколько? Двоек один. Так, троек сколько? Троек тоже один. А четвёрок сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Так, всего шесть их должно быть. Так, угадай, где шестая четвёрка должна быть? Шестая? Шестая. Шестая четверка где может быть? А что это? Последняя четверка. Куда можно четверку поставить? Подумай. Вот здесь. Нет, вот здесь. Все, вот. Давай, поставь сюда четверку. То есть единственное место по столбцам и по строкам, по секциям, единственное место, четверку можно сюда поставить. Так, дальше. Где у нас, в какой строке больше всего цифр? Так. Видишь, 3. И здесь 3, да? Самое много у нас цифр в этой строке. И в этой строке 3, 3. Так, и здесь я будем смотреть, где у нас много цифр. Так, давай попробуем здесь. Какую цифру здесь не хватает, можно поставить? Подумай, плюс еще у нас в этой секции коричневого много цифр. Так, один не подходит, два не подходит, три не подходит, четыре не подходит, пять подходит, шесть не подходит. Получается, единственная верная цифра здесь 5 можно поставить, да? Правильно. Так, ставь 5. Так, он уже автоматом угадывает, каким цветом, фиолетовым. Так, если мы сюда 5 поставили, какую цифру сюда можно поставить? Так, можно один. Один можно поставить. Два, три, четыре, пять, шесть. Нельзя. Так. Единственную цифру можно сюда поставить. Один, правильно. Один черным цветом, да? Правильно. Так. И получается, здесь я последнюю цифру какую можно поставить? Здесь два. Два. В этой коричневой секции единственная последняя цифра не хватает 2. Правильно, так. Молодец. Так, дальше угадываем. Вот в этой строке тут последнюю цифру какую можно угадать? Вот здесь. Угу. Вот здесь будет. Здесь. Какой 3. Не хватает? 3. Видите, легко угадывает 3. Три. Правильно. Так, теперь дальше идем. Так, вот здесь какую цифру можно поставить? Поставить? Так. Можно там поставить. Так. Один может. Так, пять. Один нет. Два. Два можно поставить? Нет, вот. Нет. Два, да. Три тоже нельзя. А пять? Так, пять или шесть можно поставить? Шесть можно. И пять, и шесть можно. Так, давай здесь попробуем. Какую здесь можно поставить? Вот здесь. Вот здесь будет. Так. Сложновато. Так, пойдем другим путем.
Где у нас еще много цифр? Так, где у нас еще много цифр? Вот так, здесь. Да, вот здесь попробуем, вот по этой линии, вот здесь. Так, какую здесь можно поставить цифру? 6. Нет, нельзя. Так. 3 можно. Какую? 3. Правильно. Тут единственное, уверенно он ответил 3, так как единственный вариант. 1, 2, 3 у нас нету, 4, 5, 6. Так, сюда 3 поставить. Так, сюда, значит, последнюю цифру какую можно поставить? 6. Правильно, давай 6 ставим. Молодец. Так, 6. Значит, вот сюда какую цифру можно поставить? Можно? Нет, никакой не хватает. 2. 3, 4, 5, 6. 2 можно. Единственное, правильно, 2. Правильно. Так. Правильно. И последнюю цифру здесь. Здесь будет 1. Правильно. Единственное, в этой фиолетовой секции не хватает единицы. Так, фиолетовую закончили, здесь коричневую закончили, да? Так, теперь вот здесь последняя цифра на этой строке. Какой не хватает? 3. И здесь будет... Угу. Какой не хватает? Вот все здесь цифры есть, кроме единственной здесь одной цифры. И здесь надо... Здесь надо... Какой здесь не хватает? 3. 3, правильно. Какого цвета 3? Зеленого. Зеленого, правильно. Так. Ты что вам сказал? 3. Так. Так. 3. Так, теперь... Вот здесь можно угадать уже, да? Да. Какую здесь цифру можно угадать? Вот здесь будет так. Так. Вот здесь будет 2. Правильно. Так. Методом исключения остается всего лишь мало цифр. Так, чуть-чуть осталось. Теперь и последняя вот эта цифра. Можно здесь угадать, какая здесь цифра? Здесь не хватает. 5. Правильно. Какого цвета? Фиолетового. Так. Так, 5. Теперь получается, можно уже угадать. Да? Вот здесь, наверное, уже можно угадать. Можно здесь угадать? А, вот здесь можно угадать. Ну-ка, какую здесь цифру можно поставить? Так, дальше попробуем. Попробуем угадать здесь. Здесь много цифр, здесь много цифр. Какую цифру здесь можно поставить? 6. 6, ну давай. В принципе, тут 1. 6 желтым цветом. 1, 2, 3, 4, 5 и не хватающая 6. Так, в этом... Вот здесь можно заполнить строчку. А вот здесь будет. А вот здесь да, нету. Нету один. Один нету. Два, три, четыре, пять, шесть. Да. Единственное, один не хватает. Правильно. Так. В принципе, можно так выгнать. А вот здесь будет 5. 5, хорошо. Он уже сразу догадывается и по цветам. И по цифрам. Хорошо. Так. Дальше где ничего можно угадать? Вот здесь. Давай. Вот здесь будет 2.
Хорошо, молодец. Угу. 3, 4, 5, 6 все есть. Только двойки нет. А вот он. Да. Двойка там. Все тоже двойка. Так. Угу. Дальше что можно угадать? Здесь. Угу. Что там не хватает? Здесь будет 3. Нет. Так. И здесь. Что там будет? Какой цифры не хватает? Дожди. Шесть. Шесть, правильно. Молодец. А здесь будет три. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, тройки не хватает, правильно? Согласен. Угу. 1, 2. Тройки не хватает, 4, 5, 6. Так, вот здесь чего не хватает? Вот здесь не хватает. Угу. Какой цифр? Один. Так, правильно. Какого цвета один будет? Черный. Черный. И чуть-чуть осталось. Так. А вот здесь будет 2. Так, 2. Подожди, внимательно посмотри. Вот здесь будет. Да. Так как двойка уже здесь есть, тут можно 3 поставить. Хорошо. Молодец. А здесь будет. Угу. Какой не хватает? 2. Давай, 2. Здесь смело 2 можно поставить. Так. И последние 2 цифры. Там что будет? Так, там 5. Ага, и последнее, самое последнее. 6. Вот видите, уже с уверенностью в некоторых случаях дети могут уже решать эти задачи. Так что давайте подписывайтесь на наш канал. И до следующих новых.